Всем привет! Сегодня мне хочется с вами поговорить более подробно о проекте Upcoin. Upcoin Marketplace – следующий шаг вперед в развитии для Ubank, ведущего приложения для мобильных платежей в Восточной Европе. Проект работает на основе технологии блокчейн сети Ethereum, поэтому обладает собственной криптовалютой и смарт-контрактами, которые будут регулировать автоматический процесс покупок. Рынок Upcoin станет частью приложения Ubank, как новая функция. Мировой рынок Upcoin разработан на блок-цепочке Ethereum с обменным кодом. Оно помогает начать с одноранговых умных договоров на торговлю товарами. Все пользователи имеют интерес в получении криптовалюты за собственные товары. Клиенты оценивают свои силы и возможности, а заодно избавляются от различных рисков. Смарт-договора дают гарантию того, что транзакции защищены и будут исполнены. Upcoin направлен на улучшение широкого потребительского круга с помощью предоставления уникальной мировой торговой площадки, в которой продукция удовлетворяет криптовалютность. Upcoin имеет определенную группу стратегических партнеров, используя связи с ними для прогрессивности в будущей экономике. Все это способствует развитию компании. Команда за Upcoin стремительно фокусируется на превращении новейшей технологии в более распространенный опыт работы с пользователями. Navifone – самая лучшая программа для навигации по 3D и голосовой навигации в России. Utalk – первейший агрегатор социальных сетей, позволивший обеспечить бесшовное одноинтерфейсное руководство Google Talk, Facebook, чат, Skype и многими сетями. Ubank облегчает управление своими финансами в различных банках на карточках. Позволяет пользоваться различными услугами, при этом даже если вы находитесь в другой стране. Ubank объединил все это в одном месте. Программа может обработать огромное количество транзакций с использованием особенной техники обработки платежей. Программа Upcoin содержит удобнейшие инструменты поиска, делает легкую оплату и улучшает деловые отношения благодаря набору умных договоров. Советую воспользоваться данной платформой, так как у нее довольно огромный мировой опыт, большое количество устойчивых партнеров, которые давно известны по всему миру, и еще достаточно неплохая команда разработчиков. Смарт-контракты на блокчейн лежат в основе платформы Upcoin. Они обеспечивают высокую скорость перевода валюты, надежность, безопасность. На платформе минимизируется количество посредников. Пользователи юридически защищены. Платформа принимает меры по обеспечению законности товаров и услуг, проверяя каждого продавца и исключая малейшие нарушения. Все платежные операции осуществляют сделок, фиксируются в блокчейн, поэтому все необходимые данные будут доступны в любой момент. В эти данные невозможно внести никакие изменения. Приложение Upcoin состоит из нескольких разделов: раздел управления счетами продавца, раздел магазина, раздел управления учетной записью покупателя. Содержание раздела магазина, категории товаров, описание товаров, система поиска товара по его описанию, стране, изготовителю, отзывам, рейтингу, продавцам и стоимости товара. Инструмент, использующий в основе AI, служит для работы с сообщениями, описания аудио и видеоматериалов продуктов. Содержание раздела для продавца. Продавцу доступны различные инструменты, чтобы он мог легко создавать информацию о продажах, опубликовывать ее и продвигать объявления. Информация о просмотре объявлений, а также об откликах на них. Возможность самому регулировать продажи и платежи. Кошелек криптовалюты продавца. Управление взаимоотношениями с клиентами. Содержание раздела для покупателя. Запросы по поиску товаров могут быть сохранены и добавлены в избранные. Кошелек криптовалюты покупателя. История приобретений. Выдача рекомендаций в соответствии с предыдущими приобретениями. Возможность контролировать покупки с помощью инструментов платформы.
С 10 по 31 марта 2018 года осуществлялась перепродажа токена со скидкой в 50%. Продажа токена осуществляется в 4 этапа. Уже завершилось 3 этапа. Минимальная инвестиция составляет 0,01 эфириума. Soft cap составляет 2 миллиона долларов. Hard cap составляет 49 миллионов долларов. Я вам всем рекомендую обратить свое внимание на проект Upcoin. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал.